21 октября в районе 11 часов дня пожарных вызвали на автодорогу в Починковском районе. У следовавшего по маршруту грузового автомобиля в ходе движения лопнуло колесо прицепа и произошло возгорание. Пламя стало быстро распространяться по тенту автоприцепа, охватывая перевозимый груз. Водитель грузовика грамотно среагировал, отцепив его от кабины и, отъехав на безопасное расстояние, вызвал на помощь пожарных. Прибывшее к месту случившегося подразделение 36-й пожарно-спасательной части оперативно потушили огонь, не дав ему уничтожить содержимое полностью. А прицеп еще можно будет восстановить. Никто не пострадал. В результате происшествия повреждено 20 квадратных метров тента прицепа и значительная часть груза.